Правительство Чувашии держит ситуацию на рынке труда под контролем. К такому мнению пришли заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко и руководитель Роструда Всеволод Вукулов. Федеральные чиновники посетили ведущие предприятия республики. В акционерном обществе «Аконт» ежегодно растут производственные мощности. Создаются рабочие места для инвалидов. 48 граждан с ограниченными возможностями трудятся на разных участках. Гости ознакомились с производственными цехами, новыми технологиями и специально оборудованными рабочими местами. Но все сравнивается и оценивается в цифрах. Занятость 0,7%. Там 5 тысяч безработных всего зарегистрировано. Все нормально. Какие проблемы? Как нам доказывать? Где этот кризис? Где чего? Все, ну, вот это предприятие, смотрите, все работают, все в плюсе. В этом-то и смысл наших этих антикризисных программ. Мы не поддерживаем там субъект в целом. Может и не быть этих зашкаливающих цифр, слава богу, по безработице там во всей республике. Но вот здесь, вот в этой точке, да, она ключевая, допустим, там, для отрасли, для города, для тех смежников, да, ее надо поддерживать. Отношение людей, оно сейчас уходит в сторону именно интереса к производственному процессу, к развитию предприятий, к импортозамещению. Республика, ну, активно работает в этом направлении. Мы надеемся на то, что меры будут более системные, в частности, может быть, при реализации программы активной политики, там уделять внимание именно при поддержке граждан, которые хотят создать собственное дело, других вопросов. У нас осталось очень хорошее впечатление сегодня от увиденного, и мы надеемся, что вот эта работа будет продолжена. Республика не стоит на месте. Есть много интересных предприятий, которые двигаются вперед, несмотря ни на какие обстоятельства. Несмотря на сложности, с участием военно-промышленного банка заложили в прошлом году капсулу. В июне текущего года будет введен новый завод. Это индустриальное домостроение. Где-то 700 рабочих мест еще мы там создадим. В прошлом году только начали мы индустриальный парк. Там 3 производства откроются у нас в этом году. Сотни рабочих мест создаст. И тем самым дополнительные рабочие места у нас на несколько тысяч мы создаем. Но это новые высокотехнологичные рабочие места. В завершении встречи Михаил Игнатьев поблагодарил руководителей федеральных ведомств за конструктивное взаимодействие. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.